Итоговые контрольные написаны, портфель заброшен в дальний угол. Долгожданные каникулы восьмиклассница Екатерина Морозова решила провести с пользой для семейного бюджета. Однажды у девочки уже был опыт работы няней. И на это лето она ищет работу с детьми. Во-первых, устаешь отдыхать. А во-вторых, получаешь некоторый опыт зарабатывания, потому что многие из нашего класса после школы уедут жить и учиться в другие города, и нужно как-то уметь находить время подрабатывать. Помощники библиотекарей, садовников, портних, работа в банке, на заводе или в летнем лагере. Десятки вакансий предлагают работодатели подросткам на городской ярмарке молодежных вакансий «Лето 2015. Работа и стажировка». Промышленные предприятия очень хорошо берут молодежь, предоставляют возможность прохождения также стажировок, предоставляют очень много социальных льгот, возможность льготного обучения. Они заинтересованы в молодых кадрах, молодых идеях, каких-то инновационных проектах. Для участников на ярмарке подготовлена и обширная деловая программа. Ребят научат правильно писать резюме, проходить собеседование и даже помогут определиться с профессией. Марина Матвеевична, Константин Головин. События.